Я не узнаю свою страну, и мне просто очень сложно смотреть самой себе в глаза, если я буду притворяться, что ничего не происходит. Я сразу же просто начала стрим и включила сбор средств, потому что хотела помочь как можно быстрее. Ну а далее возникла идея сделать большой стрим на самом крупном шахматном канале на Твиче. Это гроссмейстер Хикару Накамура. И удалось собрать 135, по-моему, тысяч долларов. Ну это вообще очень, конечно, большое достижение. Но на этом тоже останавливаться никто не хочет. Мне невероятно стыдно за то, что делает Россия. На самом деле я до сих пор не понимаю, как можно продолжать верить всему тому, что продолжают нам вещать, что это все какая-то маленькая военная операция, что Россия не агрессор, а какой-то невероятный спаситель, и что во всем виноват Запад. Эта война вообще не поддается никакой логике. Единственное, чем я могу это как-то объяснить, это что он просто хочет стереть Украину с лица земли, просто уничтожить народ. Я просто не могу представить, как Россия может после этого вернуться к нормальной жизни. Мы не просто были отброшены на десятки лет назад, а я боюсь, что просто уничтожено будущее как минимум двух поколений. И мы должны просто все открыть глаза и наконец-то начать думать своей головой, а не чужой.